Привет! Этот выпуск Turbo родился случайно. Мне нужно было время, чтобы успеть снять 13-й выпуск Turbo. Я решил под запись пройти какую-нибудь игру по быстрячку и что-нибудь о ней рассказать. Хотя это выпадало из концепции передачи. Ведь я стараюсь рассказывать об игре, когда с ней связана какая-то закадровая история. Будь то сведения о создании игры или какие-то воспоминания давно минувших дней. Но 13-й выпуск требовал времени и сил. Поэтому я начал снимать его еще параллельно с 10-м и прикинул, что работа затянется. И мне нужны были еще два простых в создании выпуска. Это 11-й и 12-й. Тему 11-го я нашел быстро. Вернее, она меня нашла. Это про игру «Фантазия». А вот по 12-й выпуск я думал пройти Wolverine, но мне очень не понравились в нем две вещи – управление и таймер. Игра и так достаточно сложная благодаря первому, так еще и нарочно усложнили ее, заставляя проходить уровень на время. Хотя мне очень нравится музыка в Wolverine, я отложил его в сторону и начал запускать в случайном порядке разные игры. Вдруг вспомнился Marvel Land, виденный мной недавно мельком. Я еще отметил, вот приятная простая бродилочка. Я решил пройти ее. По наитию я выбрал английскую версию. И как выяснилось позже, выбор был сделан в лучшую сторону. Ибо в японской версии в некоторых уровнях нет фона с параллаксом. А так отличия небольшие. Ушки у одной героини, прическа у героя, а также различаются имена. Изначально Marvel Land была аркадным автоматом 1989 года выпуска компании Namco. А летом 91-го игру выпустили для Sega 5 дней спустя после выхода Соника. Вообще, говоря, название Marvel Land компания Namco использовала и использует как название игрового мира серии своих игр Valkyrie. Однако в случае с игрой Marvel Land это название парка аттракционов, который король Кони возвел на вершине горы в самом сердце своего королевства Кони. Для защиты парка властелин Кони поставил 4 фей с разных концов царства. В очередной раз развею заблуждение, в коем пребывают многие люди, в том числе разработчики видеоигр. Феи – это не крошечные девочки с крылышками, а позднейшее название древних рас, таких как Туаха де Данан и Фомойри. На севере России им примерно соответствует чуть белоглазая. Да, их рост ниже людей, примерно как подростки или дети. Но что поделать, раз уж Намко следом за попсовыми представлениями рисует нам феи именно крошечными девочками с крылышками. Итак, прошло время, король умер, а королевство продолжало процветать, пока жаждущий власти Крот не стал повелителем подземного царства. Крот подбил главарей различных группировок выступить общим военным походом, чтобы захватить Marvel Land. Крот заключил 4 фей в хрустальные шары, а волшебные силы этих фей направил во зло. Принца Талмита, последнего из рода Кони. Теперь Талмиту предстоит пройти через весь Marvel Land и стереть с лица короля Крота. Вот такой сюжет. Что же сама игра? Тщательно прорисованная вкусная графика. Цвета, хотя достаточно сочные, однако не режут глаз. Палитра подобрана очень хорошо. Мне нравится эта неказистая с виду графика. Приглядитесь, все изображено с полутонами. Горы, тучки, трава, неоднородная зелень. Деревья на холмах имеют множество вариантов, а не просто размноженное одно дерево на всех склонах.
весьма интерактивный мир. Вы можете передвигать некоторые предметы, использовать разные пружины, кататься на аттракционах. Игровое пространство насыщено разными объектами, которые движутся, могут проваливаться, плавать или вращаться. Собственно, меня в Marvel Land сразу зацепило вот это вращение больших объектов безо всякого SNES-овского режима 7. Важную роль играют двери. Одни служат для выхода из уровня, другие перебрасывают вас на несколько уровней вперед или назад. Принц Талмит погибает с первого тычка. И когда заканчивается жизнь, то дается пароль к уровню. Поскольку управление в игре замечательно отточено, с прыжками и уклонением от врагов трудностей не возникнет. По крайней мере, все зависит от вашей реакции. Талмит может убивать врагов прыжком, либо эдакой чередой копий самого себя, если вы найдете для этого пополнялку. Череда копий тратится от каждого успешного удара, уменьшается. Ею же можно хвататься за висящие в небе штуки и прыгать на большое расстояние. Другая пополнялка на время дает Талмиту крылья. Только с помощью череды копий либо крыльев можно добраться в определенные места. Уровни разнообразны, открытые пространства сменяются лабиринтами в помещениях. Сложность игры постепенно растет, и последние уровни будут крепким орешком даже для опытных игроков. Однако разработчики будто заложили в игру какой-то секрет, подогревающий интерес. А что будет дальше? Сражения с боссами, кроме последнего, сделаны в виде мини-игр, вроде камень, ножницы, бумага, или когда вам показывают символ, а потом надо быстро найти его среди других символов на экране. Победа над каждым боссом означает освобождение очередной феи и получение от нее поцелуя и волшебного предмета для будущей схватки с королем Кротом. Также после битвы с каждым боссом вас ждет бонусный уровень, где вы увидите героев других игр Namco. Король Крот – единственный босс, драться с которым предстоит обычным силовым способом. Но поскольку игра довольно необычная, то после победы над Кротом… Впрочем, об этом умолчу. Marvel Land – крепкая классическая бродилка, почему-то малоизвестная. Стоит пройти. С вами был Петр Семилетов в передаче «Турбо!»